нет. Вот и у нас зима наступила. Сегодня проснулся в 6 утра. С рыбаками хотели поехать на рыбалку, на щуку, на лодке. Но у нас 29 февраля наступила очередная зима. Утром было минус 5, и на рыбалку мы не поехали. Но зато мы с Серегой Смецером приехали на коп. Серега мне выделил терку 705-ю, так как у меня Деоса катушка еще в ремонте. Тут блиндажик. Ну тут ничего такого. Два свинца от кабеля попалось. И рядом же с ними была вилка алюминиевая. Не знаю, советская это или старых времен. Надо мыть, смотреть. Может, там есть какое клеймо или подписная. А может быть, кто и кабель копал. Потому что этот кабель свинец. И ел тушенку этой вилкой. Но мы ее потом помоем. По-моему, вот здесь есть клеймо даже какое-то. Сереге там сигнал хороший, цветной. Есть, да, какое-то клеймо, но пока не могу понять, что там изображено вообще. Ладно, я думаю, ее помою. Если что-то будет видно, фотку приложу. Ну что, пошли дальше. Время у нас есть. Пару часиков на сегодняшний коп. Будем копать. Вот такой сигнал. Пока не могу, не можем разобрать, что это. Но похоже вроде как на какой-то магазин. Здесь такие защелки. Может, он как ставился, закрывался. Может, ошибаюсь. Но он уже такой полугнилой. Больше ничего нет. Больше нет ничего там в ямке. Ну странно, вот что-то такое. Здесь жесть. Здесь как куда-то он, короче, вставлялся. Что это? Не понять нам. Солнышко греет. Становится тепло. Снег мокрый. Все тает. Весна. Завтра. И у меня сигнальчик уже сгнило временем. Такая масленка была красивая, если была бы целая, но она вся сгнила. И от нее, к сожалению, остались только воспоминания. Офигенная находка. Ключ какой-то. Николая Второго. Рожковый. Тут как головка такая, типа. Тут на 10. Тут как на 12, да? Выглядит так. Мне кажется, 13. Ну, может, 13, ладно. Здесь вообще на 4, наверное. Да, маленький. Форма, посмотри, какая. Офигенный ключ попался. Царский. Такую находку заберем. Когда-нибудь да почистим ее. Две серии. Хотя бы одну. Это находочка. Хороший сигнал был под маленьким деревом. Кирпич. Ну, здесь вообще блиндажи первушные. И смотрите, что я вытаскиваю. А это у нас часы. Ну-ка, что это за часы? Противоударный баланс, пылезащищенные. Хо-хо. Вот это часики. Главное, так тоже они были, считай, нормально в земле. Закопанные. Ну, это советские, да. 2 рубля 80 копеек. Кто-то звонит. Ладно. Серега нашел перочинный маленький ножичек.
у блиндажа. Вон там, на горке. А в прошлый раз мы копали троем, и Марио нашел такой же идентичный ножичек. Закрытый, все дела. Все равно находочка хорошая. Перочинный ножик. Так-то вообще сегодня сигналов у нас немного. Мало. Да, мы как-то так ходим, больше гуляем. Посидели, сейчас чай попили, поели. Вот продолжаем дальше копать. Сейчас немножко погуляем. Уже небо затягивает, какие-то тучки. Может, опять пойдет снег, может, дождь. Уже же не знаю, что ожидать с этой погоды. Завтра весна, а сегодня вон снега навалило и минус 5 было. И вся рыбалка обломалась моя. Ладно. Суть, конечно, уже не о рыбалке. Половим потом когда-нибудь. Сейчас отнесу Сереге ножик, отдам. Да, там лежит красота. Только сегодня про них говорили. Они целые. Они вообще целые. Закрытые, да. Я тебя, Серега, поздравляю. Стрекожа осталась. Просто. Серебряные. Ну да, так они звонили мне, блядь. Я думал, это поясок лежит. Офигеть, вот это поздравления мои. Блин. Вот это четкие. А мы сегодня только говорили про такие котлы, помнишь? Когда я нашел советы. Их можно открыть. Откроется, думаю, сейчас. Ну, видишь? Зазор появляется. О. Пипец! Да они, смотри, как будто только отчеканены. Охереть! А вот проба 84. Да, царская. Нормально. Вот это да! Вот это, ребята, котлы. Реальные, да, котлы? Ты посмотри, какой у них был там сохран. Закрытые, ты сейчас их откроешь, мне кажется, они еще тикать у тебя начнут. Там они открываются, да? Да, вот. Ну-ка. Блин, ну все равно они... Ну да, понятно, что будет стекло. Труба стеклу, ну ты посмотри. И тут проба. Ты посмотри. Вот это да. Да, 84-я, это царская проба. Ну да. Я тебя, Серега, поздравляю. Главное, сегодня только говорили. Помнишь, когда эти советские котлы вытащил? Еще посмеялись. И смотри, какие просто в таком супер сохране. А цепочку еще надо. Ну там, видишь, кожаная была. Ну, это. Кожаная, да, она отвалилась. Она вот, он валяется, кусочек остался. Давай сейчас сделаем красивые фотки. Откроем, сфоткаем. Вот это да. Приложу к видео фотки. Все, завершили коп. Походил с Серегиной теркой. Покопали. Он это просто это проходил. Вот его на и находочки. Ножичек. 3 копейки. 57 год. И серебряные часики. Просто офигенно. У нас сегодня день часов. Я сегодня утром часы нашел. Еще говорил там. К нам Леха подъезжал, болтали. Говорил, как хочется найти карманные серебряные. И вот они. Серега их сегодня нашел. Я их сегодня так мимо прошел. Ну ничего. Сереге сегодня повезло. Прикольные находки. И у меня вон какие часики советские. День часов у нас сегодня. Все, поедем домой. Увидимся на следующем копе. Всем удачи, всем пока. Thank you.